Отчетный концерт – это волнующее событие. Еще бы, ведь это результат работы за целый год, в котором ученики школы классического танца продемонстрировали и другие свои таланты. Они совмещали станок-растяжку с мольбертом и палитрой студии «Градиент» по соседству. Мы сегодня презентуем нашу первую выставку студии. Мы полгода занимались с детками, учились рисовать, учились нетрадиционным техникам рисования, также учились академическому рисунку и живописи. И сегодня наша задача показать всему тому, что мы умеем, нашим родителям, гостям и всем деткам самим понять, что они умеют, что они сами получили это, и порадоваться за самих себя. Сюжеты рисунков классические, но все же есть и такое, что отличает современных детей. Это просто мой любимый рэпер, которого я слушаю и очень люблю рисовать. А как его зовут? Что он поет? Элван. Он поет рэп. На самом деле, наши ребята очень любят рисовать свои семьи, своих родителей, всех своих животных. Это одно из самых таких любимых моментов. Ну и, конечно же, то, как мы съездили отдохнуть, это всегда радует и глаз, и душу, и ручки наших ребят. Эти работы стали также частью декораций, украшающих сцену отчетных номеров. У нас, получается, рисунки подобраны, нарисованы специально под номера. То есть они подстроены, они будут иллюстрировать наши номера, чтобы зрителю было более понятно, более интересно, более эффектно. Хоть школа и называется классического танца, кроме балета здесь преподают и народный танец, и хип-хоп, и популярное в старших группах направление «Contemporary». В этом году мы побольше выставили малышек наших, они уже были готовы рваться в бой. У старших совместные номера, очень много дуэтных и более таких групповых номеров. А у нас номера, направления номеров идут классический танец, современный танец, гимнастика, эстрадный, народный. И все эти направления, они идут в перемешку для того, чтобы зрителю было более комфортно смотреть. Этот год для ребят был невероятно плодотворным. Но терять форму и выходить на каникулы спешат немногие и записываются в летние факультативные группы.